Король Бубей, да, чуть ниже. Напишите свой номер мобильного телефона. Не, просто у меня очень ревнивая девушка, она когда смотрит колоду карт, она говорит, а кто такая вот Мадина, кто это? Кто это? Очень ревнует меня моя девушка, про жену я вообще молчу. Повторяйте за мной сейчас. Чувствовали, да или нет? Да. Что вы чувствовали? Два прикосновения. Спасибо. Глаза закрыты. Глаза закрыты. Сабина, еще раз покажите то место, куда вы чувствовали прикосновение. Сюда. Спасибо. Открывайте глаза. Сделайте глубокий вдох и выдох. Задача та же, я щелкаю пальцами, закрывайте глаза, концентрируйтесь на ощущениях. Это значило закрыть глаза. Спасибо. Если что, прости. Я уже боюсь того, что будет дальше. Но... Хорошо, ну можно соврать, если что, просто... Сабина, где было прикосновение? Вот здесь. Первый раз, а потом? На губах. Сабина, правая рука перед собой, в кулаке. Все внимание на куколку и на Сабину. Глаза можно открыть. Движение внутри руки, переверните кулак, раскройте его. Загляните внутрь, покажите всем, это пепел. Право, лево. Если вы помните, с самого начала, как только я вышел к вам, я сказал, что у меня для вас есть подарочек. И я поставил ее рядом с вами. Помните, я когда заявил, что открыв эту коробочку, вы испытаете нечто невероятное. И вот я ее открываю. Внутри этой коробочки. Ничего. Кое-что. А именно мой галстук. Вот следующие совместные ваши годы, они еще не совсем заполнены яркими событиями. И я желаю вам, чтобы ваша точка планов, начинаний и мечтаний всегда оживала. Меня зовут Илья Ларионов. То, что я делал здесь, я делал для каждого из вас. Верьте в чудеса, замечайте чудеса. Мой низкий поклон и спасибо огромное. Браво, друзья мои! Маг, волшебник, называйте его как хотите. Это главный неисправимый проказник планеты.